5 июня пройдет второй в истории Казахстана референдум. Жители страны могут проголосовать за или против предложенных Конституцией поправок. О важности участия каждого гражданина рассказал герой труда, председатель общественного совета Рышат Амренов. Встреча с жителями Экибастуза прошла в образовательно-досуговом комплексе «Кайнар». Я думаю, 5-го пойдем все проголосуем за или нет, но эти законы сразу в действие не войдут, это надо понять. Любой закон, она принимается быстро, но действие его, может, какой-то закон пойдет сразу, свою силу наберет. Но мы надеемся, что эти все изменения принесут нам только хорошее для развития Казахстана, нового Казахстана, как мы говорим. Поэтому я вас призываю 5 июня прийти всем проголосовать за, против. Как известно, поправки предложены к 33 статьям Конституции. Касаются они различных направлений, а вот вступят ли в силу, зависит от выбора каждого гражданина республики.